遭受侵袭。他去哪儿？拉警报。他在那儿。检查这个区域，他在那里，他去哪里了？他去哪儿？他去哪儿？那是谁？遭受侵袭，检查这个区域。他去哪儿？他去哪儿？手榴弹。在那里，手榴弹。Думаю, ему это больше не понадобится. Аня, ты заставил меня понервничать. Ладно, хватит болтать. Я ввела в твой компьютер новые данные. Отправляйся к месту запуска. Будь начеку, Джонс. Ты уже недалеко от цели. У меня плохие новости. Ленниган сказал, что мы не можем остановить запуск. В Пекине ничего не знают, а международный скандал нам не нужен. Все любопытственнее и любопытственнее. Каков наш план? Это первая попытка Китая запустить пилотируемую ракету. Если что-то пойдет не так, измени план запуска ракеты. Перепрограммируй навигационный компьютер. А потом запусти ее, прежде чем пилоты поднимутся на борт. На этот раз все действительно серьезно. Я весь внимание. Как всегда. Когда будешь на космодроме, проберись в центр управления полетом. Я загрузила в твой картограф запись китайской фразы. Выведи из строя радар, а затем используй запись, чтобы вызвать техника. Как только он откроет дверь, забирайся внутрь. Когда будешь внутри, найди коды доступа в систему управления полетом. Там должно быть два терминала. Один для навигационного блока, второй для управления запуском. Ну и как же мне запустить эту ракету? Вручную, естественно.